Сегодня состоялось заседание общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при областном филиале партии «Аманат». Какая помощь оказывается социально уязвимым группам с начала года? Какие работы ведутся в данном направлении? Подробнее в материале корреспондента. Специалисты отдела ювенальной полиции Департамента полиции Жамбылской области с начала года организовали комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В ходе оперативно-профилактических мероприятий организовано 1245 совместных рейдов, в том числе 764 пришкольных рейдовых мероприятий, в ходе которых по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан составлено 8712 административных протоколов. Медициналык, әлеуметтік есептен өмірлік қиын жағдайдан шыққан, бірақ жеке профилактикалық. Медико-социальный учет предусмотрен до выхода из трудной жизненной ситуации, но не менее периода проведения мероприятий индивидуальной профилактики. Данная норма позволяет своевременно выявлять факты жестокого обращения со стороны законных представителей в отношении детей для принятия своевременных мер профилактического характера. По итогам проведенной работы с начала того года 312 детей из 294 неблагополучных семей были привлечены к занятиям в спортивных секциях и кружках по их интересам. Кроме того, 311 детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в отделах полиции, отдохнули в 7 загородных оздоровительных лагерях в период летних каникул. Стоит отметить, что профилактическая работа с лицами, состоящими на специальном учете, будет продолжена и в летний период года. Куліш Мурзакова, Аслан Кожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.